после травмы. У Арсенала Слав Рыжков и Дмитрий Айдов провели матч за молодежный состав. Но это сейчас разве не важно? 36-я минута, 2-1, Сердар Азмон. Ну, в своем уже фирменном стиле иранский нападающий в воздухе перевисел защитника и пробил очень точно, в то же время сильно в угол. Заброс из глубины, из центра поля, и у двух защитников выиграл борьбу Азмон, а передачу делал Миха Мевля. Потрясающий мяч. И передача изумительная, и удар. И смотрите, с 11 метров Азмон. Брависсимо. Во втором матче подряд забивает иранский форвард. Ну, если брать в расчет еще и встречу в Лиге чемпионов. Этот гол стал первым для Сердара в чемпионате. Thank you.